Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саудитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарнодаям Гопиджано Самаюктам Бриндаванам Манохар Ванчакалпатаруэшча кипасинду бевачу Патитанам павунебхо вайшнавебхьо намо намаха Мукам кароти вачалам пангум ланхайтагирим Яткипатамаханга ванди парамананда мадо Бриндавай тулсидеббай пиявай кесавасача Шнавакти Падедеви Саттаваттвай Наму Нама Нараяна Намаскритта Нарам Чайва Нараттама Девин Сарасватинг Весам Тато Джайо Мадирай Санкиртане Кришна Катху Падеши Гаурия Патрашо Пракаса Неча Шадануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Джагод Баруйна Дхейям Сада Парибхавагна Вабишта Духам Титхас Падам Сивабхиранчанутам Сараньям Витаттихам Панутапал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаранаравиндам Ятпада паллаванака чандамани чатая Бисфуриджита кимапикупавадушва дарши Пурнанурагра сасагра сарамурти Сарадхикамай кадакхам каруш Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Аджану ламбита бхужау канака бодато Санкетанай капитару камала ютакшо Вишамбару диджавару джугадхарма палу Банде ягат приякару Каруна патару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе Рам Харе Рам 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 Харе Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дибба Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхаван Рупен Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманга Мадапхарам Барамаси Пурапати Бхаджавишчанатам Баги Шаджасу Бадане Лакшмир Джасача Вакшаси Джасастхиде Самбихид Твам Нишинга Махамбаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам
Рам Рам Хари. Бхиддате хридая ганте чхиддьанте сарва саншая кхиянте часа кармани дриштамеватманишвари. Бхиддьанте хридая ганте чхиддьанте сарва саншая кхиянте часа кармани дриштамеватманишвари. Гаурия Гоштхипати, Си Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру. Гаурия Гоштхипати, Си Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру сказал, что обусловленная душа своими собственными попытками не может достичь никакого блага. И вот Сила Прабхупад Бхакти Сиддханта Сарасвати Джагадгуру сказал, что обусловленная душа никакими своими усилиями не может обрести вечного блага в подлинном смысле. И вот, что говорить о благе, они стремятся к какому-то амангалу, к чему-то неблагоприятному, и вот обусловленное состояние очень такое болезненное, в обусловленном состоянии они не могут понять, что такое абсолютная истина, что нужно делать, что не нужно даже. Не могут понять простых наставлений шастр, что делать, что не делать. И вот это, и в этом мы должны смотреть, что шастра говорится, но обусловленные души не могут изучать шастры, поскольку эти шастры, они подобны бесконечному океану. Кто может получить полное представление об этом? Это невозможно. Слишком обширные шастры, и поэтому Шатга с вами Аштаки дается такой совет, что мы можем зависеть только от Гуру и Вайшнавов. И вот там такая шлока приводится, поэтому наша Гурварга Шрила Прабхупад Бхактивинода Тхакур, все они находятся под руководством шести Госвами, они обрели, они спахтали этот океан шастры, извлекли сливки, суть всего этого для нас, поскольку мы в замешательстве. Что делать, что не делать, мы не можем понять. Я вчера говорил, что даже те Дивья Сури, те великие Сури, Сури значит, Риши и Муни, они также в замешательстве. Я в тот раз говорил, even big men, big personality, they also get confused to get conclusion. Даже великие личности, они то находятся в замешательстве, чтобы понять, что имеется в виду в шастрах. И поэтому можно вспомнить, когда Парикшит Махарадж, он решил находиться в одном месте на берегу Ганги, и многие риши муни с различных сампрадай пришли, и каждый из них, согласно своему праву и своим традициям, они давали совет Парикшит Махараджу. Но Парикшит Махарадж не чувствовал удовлетворения, поскольку он находился в преемственности Панча Пандава в Кунти, там, где кого благословил полностью сам Кришна. Не только это, также Парикшит Махарадж смог встретиться с Верховным Господом, будучи в чреве. Когда Ашвадхама кинул Брамастру, в него хотел убить. Но Бхагаван Си Кришна вошел в чрево Уттары и хотел защитить своего преданного Парикшит Махараджа.
И поэтому Парикшит Махарадж не чувствовал удовлетворения, слыша советы обычных риши муни. И поэтому он не был доволен. И тем временем, по желанию Верховного Господа, Шукадев Госвами пришел, я уже говорил об этом. И вот там мы видим Бхагавад-дхарма, Шримад Бхагават Махапурана, Пуранам Амалам. Это наивысшее свидетельство, когда Парикшит Махарадж спросил, то Шукадев Госвами ответил, я уже сказал. Те, кто хотят стать полностью бесстрашными, поскольку любая процедура, любая техника, которую вы применяете в своей жизни, нельзя избавиться от проблем полностью. Так или иначе, какой-то страх будет следовать все время, поскольку этот мир нестабилен, не вечен и естественно. У вас что-то есть, вы хотите защитить это, и поэтому чувствуете какой-то страх от возможной потери. Даже ночью те материалисты, когда спят во сне, могут им какие-то проблемы сниться, и они нарушают свой сон таким образом. Они чувствуют страх даже во сне, и что же делать? И поэтому Бхагавад-дхарма — это единственная дхарма, хотя я уже сказал вам, что нет, в обычном обществе нет четкого представления о дхарме. Даже те, кто заявляют, что они находятся в области вед, что они следуют ведам, ведической культуре, все же у них нет представления об этом. По крайней мере, здесь они могут получить какой-то шанс начать сначала. И вот здесь дхарма-кшетра, значит, они могут следовать ведам, наставлениям вед, и в итоге они могут найти указание, суть. Они осознают, что наивысшая цель вед — это показать Кришну, но все же согласно их праву, их способностям, варны, ашраме. Они могут делать это и в итоге почувствовать отречение, такое, отрешенность, и когда они отрекутся от своей... если не слишком рано отрекутся, не почувствовав зрелого отречения внутри себя, то проблемы не будут, поскольку они и свое положение потеряют, и нового не достигнут. Поэтому Бхагавад-дхарма — это наивысшая дхарма, и в различных путях Бхагаван Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, он хочет показать это, но обычные люди, они не могут понять это. Bhagavad-dharma is the natural function of your Shokobato, but still, that natural function is now at present covered up by my hand. Bhagavad-dharma — это естественная функция нашей души, но сейчас она покрыта майей, и обусловленная душа не может избавиться от этой майи. Это невозможно практически. Только по милости Гуру и Вайшнавов они могут, или если они не смогут с Гуру и Вайшнавами, по крайней мере, обычной какой-то процедуре будут следовать, через которую постепенно они развивают свое право, способность, квалификацию. Если они почувствуют, что они могут, то они поймут. И дхарма-кшетра значит, Кришна хочет сказать Бхагавад-дхарма, но это санатана-дхарма. И вот санатана-дхарма можно найти внешне. И вот мы можем запутаться. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, поскольку вы можете вспомнить Шримад Бхагават Махапуране, уже в первой части сказано, Рахат
Ahetuki Apratyata Jayatma Suprasidati. Try to understand this one. Jayatma Suprasidati. So, Savaipunsam, so meaning this dharma, this specifically this one, I'm speaking. И вот эта дхарма, я говорю об этой конкретной уникальной дхарме. Savaipunsam Paro Dharma. Dharma can be, the meaning of dharma is, you know, confusing for people, they cannot understand. И вот значение слова дхарма запутано для людей, не все могут понять. В тот день я говорил, как понять это. Вот если разделить это слово дри, дату, корень. И вот если это все слова собрать и Dharma this word. Dri dhatu and man pratyay. It means if you going to take center of that dharma. И вот смысл с этой сути дхармы, что если принять прибежище у дхармы, то все проблемы, они уйдут, и мы утвердимся в атма-дхарме. Это естественная функция нашей души, но сейчас она не видна. И вот пумсам значит все дживы. Савай пумсам пару дхармо. Савай пумсам пару дхармо. Гаджендро, in trap, is in problem. И вот Гаджендра попал в проблему в прежнюю жизнь, он совершал баджан, но сейчас, когда он вспомнил лотосные стопы Верховного Господа, он вспомнил все. И вот он в этой шлоке описывается, что он исполнил ту мантру, которую повторил в прежней жизни. У него были такие самскары баджана по милости Риши Муни Бхагавана. Джадабара также, Бхарат Махарадж. Как Джадабхарата, он все равно помнил, что было с ним в прежней жизни, и в этой жизни он решил, что не будет совершать никаких ошибок, не дружить непонятно с кем, не отвлекаться и даже не отвечать никому. Я сделаю вид, что я глухонемой. И вот это сделал так, чтобы спастись от влияния майи. И поэтому это не шутки. Я могу говорить это с... Я расскажу, почему Бхагаван мог бы просто убрать нашу обусловленность, но нет, это было бы искусственно. Поэтому он сделал так, чтобы все естественно происходило. Души. У них есть свои личные желания и то, что они любят, и то, что они не любят, и когда это все будет находиться в гармонии наши желания и с Верховным Господом, то это очень хорошо. И только тогда, когда мы получим милость чистой Гуру Вайшнавов, то будьте уверены, что все шоры перед вашими глазами, они убраны, и вы увидите мир таким, какой он есть. So in the beginning there is no such possibility that billions of people there in the world they can get benefit. Why not? И вот вопрос, почему Верховный Господь мог бы одарить своей милостью всех людей? Какие-то так называемые люди говорят, если Верховный Господь милостив, он может всем даровать благо, не спрашивая. Но смотрите, если Бхагаван будет силой влиять на наши желания, то это не хорошо будет. Верховный Господь, Он хочет видеть, что если они поинтересованы, хотят прийти ко мне, тогда я им дам возможность. Но те, кто не заинтересованы, те, кто привлекаются майей, пускай и привлекаются. And after that they can feel detested. That is good. That is normal procedure.
So that's why in Gita I'm really told. И вот они привлекутся чем-то материальным, потом это надоест, и уже они будут такие зрелые. Зрелая отреченность появится у них, и поэтому Верховный Господь не влияет на наши предпочтения. Все, что, хотя Господь с другой стороны все прямо или косвенно делает во всей вселенной, но прямо Господь не влияет на наши желания и действия. И вот кто-то следует своему беспокойному уму и какие-то греховные действия делает, или иногда благочестивые. Это все опасно для нас, как греховные, так и благочестивые действия. Хотя благочестивые даже более опасные. А почему? Хотя вроде они хорошие. И вот народ Амтаку говорит, что пунья, и вот народ там такого в Парахтане и Прамабхакти Чандрике говорит, если вы совершаете какие-то благочестивые деяния, то это может стать источником вашего наслаждения. И но после этого, когда плоды ваших этих благочестивых действий кончатся, то такие люди, они попадают в рай сначала благодаря своим благочестивым действиям, потом падают вниз. Как кто-то может поселиться в какой-то гостинице, пока есть деньги, человека держат там, а когда деньги кончаются, то выгоняют. И вот так же, когда пунья, когда кто-то совершает какие-то благочестивые действия, накапливает пунью, но это не для бхакти, это люди делают ради своей собственной корысти. И поэтому это пунья более опасно, поскольку если кто-то совершает какие-то грехи, они получают суровые наказания, и потом у людей какая-то отрешенность возникает. Они понимают, что они делали что-то плохое, и сейчас нужно прекратить это. Но когда люди совершают благочестивые дела, то они не помнят. Они просто наслаждаются их последствиями. И в этом случае, когда эти полубоги сбрасывают вас с рая, когда ваше пунья, ваше благочестие кончается, то это более опасно. И вот если кто-то привык путешествовать с кондиционером, и если вдруг этот кондиционер сломается, то люди чувствуют двойные проблемы. В то время было как бы прохладно, можно было как-то там передвигаться, но когда это все ломается, то вдвойне люди от жары страдают, поскольку не привыкли к ней. И вот если кто-то попадает на небесные планеты, на в рай, наслаждается с апсарами всякими и прочими вещами, наслаждается всеми такими тонкими видами удовольствия, полубогами и прочими, и там все приспособлено для наслаждения. И в этом случае, если они вас выгоняют с рая в этот материальный мир, то вы чувствуете себя гораздо хуже, если бы вы не были бы там. И вот Вишвамитра хотел отправить Шанакуша,
в эти еврейские планеты. И вот когда они выгнали его оттуда, И вот когда он достиг небес, полубоги спросили, недостойный человек, выгоняем отсюда. Вишвамитра Муни сказал, хорошо. И Вишвамитра сделал так, чтобы он посередине застрял, чтобы и не на небесах не был, и не падал на землю. И Чаван Муни также. Благодаря своей йогической силе он хотел дать право. Он этот юридический этот доктор небес, и там они хотели, Чаван Муни хотел дать им право принимает саморасу. Люди говорят, вино это, но это не вино, там такие вещи не позволяются, там это самараса. И вот, но они, в общем, полубоги недовольны были, что им запрещено это пить, но так или иначе, Чаван Муни, он хотел дать эту сумарасу им. Ну, и вот я возвращаюсь к изначальной нашей теме, почему Бхагаван время от времени он являет такую лилу. Это подобно лиле. И вот Бхагаван, он анандамой. Он таким игривым настроением. Почему вот я? И вот дети, если они играют, почему они играют? Потому что они хотят наслаждаться. Почему Бхагаван являет свои лилы? Нет вопроса. Не нужно спрашивать, почему, поскольку Бхагаван анандамой, он наслаждается, почему он хочет наслаждаться, он же самодостаточен, да, я сказал, но Бхагаван, он самодостаточен, и те, кто саду, гуру и вайшнава, они тоже. Но все же ответ в том, что Верховный Господь, хотя Он самодостаточен, все же есть такое настроение в сердце Верховного Господа, что Он хочет наслаждаться с дживатмами, особенно те, кто в форме бхакт, с преданными. Это его желание. Почему это желание исходит? Это одна из функций Антаранга Шакти. И вот Антаранга Шакти, она хочет наслаждать Верховного Господа. И также она наслаждает преданных, это ее обязанность. Но в области и вот Верховный Господь, Он все равно не нарушает свои правила и предписания, это все с незапамятных времен. И вот Бхагаван Шри Кришна, Он не берет на себя результаты наших греховных действий, и Бхагаван не и не берет также часть кармы за наши благие действия. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит Арджуне, хотя он сам Верховный Господь, но все же он дает такой совет. Сукрити Бхагаван не получает, и Душкрити так тоже он не соприкасается с этим. Мы все должны страдать из-за этого. Бхагаван не берет часть нашей кармы на себя. И хотя вчера сказал, что внешнее знание, оно вот есть у людей, но оно, это невежество, оно
В общем, знание покрыто невежеством, и люди своими собственными попытками не могут какое-то благо обрести, поэтому нам нужна помощь Шасты, Гуру, Вайшнава все время. Это подобно такой игре Верховного Господа, и поэтому Верховный Господь это сделал. Это на спорт чем-то похоже, что какие-то великие философы говорят, что Бхагаван как будто совершает Расалилу с сотнями, миллионов гопи внутри Вриндавана. И также это один из видов расы в таком широком смысле. Если мы думаем как-то широко, то, что все дживатмы, они рождаются, умирают. But Supreme Lord, it is one kind of deity, Господь, philosopher, the state, it is also one kind of rasa with jivas, bonded soul. Let them come to me. Он тоже воспринимает это как расу с Верховным, с этими дживами. Пускай они, он говорит, что пускай они придут ко мне, пускай они почувствуют, что они должны совершать служение Верховному Господу силой. Я не хочу приносить их силой, я не хочу заставлять их, поскольку это будет нехорошо. Как, например, если мы играем с кем-то, мы не заставляем что-то делать кого-то, это все так естественно, автоматически происходит. И вот такова процедура. Бхагаван всегда делает так. И поэтому Бхагаван никогда силой не заставляет кого-то и не влияет на их волю. Но так или иначе, если наше желание совпадет с желаниями Верховного Господа, это зовется... Это муктавастха, это такое свободное состояние дживы. И вот, знаете наверняка, савой пумсам пару дхармо. Это пара дхарма, может быть много уровней баджана, но это пара дхарма. Парадхарма значит абсолютная дхарма. В предваряющей стадии множество людей в мире, они следуют различным всяким способам, но те, кто следует этой ведической культуре, внешней или внутренней, так или иначе, они имеют шанс находиться в дхармакшетре, курукшетре. Дхармакшетра значит там, где, по крайней мере, это знание Панчаратры и Бхагавад-дхармы, Санатан-дхармы может быть применено. И условия такого, ситуация такая, обычная ситуация, и поэтому так. А те, кто не заинтересованы в этом, что смогу сказать. И вот, знаете наверняка, это абсолютная дхарма дживы. И вот Атхокша Жавас, то Верховный Господь, если он, мы будем преданы Ему, Акшадзе — это то, что будет уничтожено, это временное, а Атхокшадзе — вечное, трансцендентное, то, что никогда не уничтожается, оно нетленное. И вот Атхокшадзе Бхагаван Паракелешвар, у нас может быть возможность служить Ему. Бхакти значит служение. Бхакти — это действие. И согласно этому, если мы делаем что-то, нам нужно бхакти, преданность в нашей жизни. Ахайтуки — это без причины. Мы не можем найти никакой причины, почему мы хотим слушать Харикатху. Когда мы слушаем Харикатху, мы чувствуем радость внутри нашего сердца, откуда это наслаждение, радость приходит. И это причина.
Ахайтуки Апратихата. Во всем мире, даже во всех бесчисленных мирах, все драмы, которые под именем Бхакти происходят, у всех какая-то причина. Это не все Ахайтуки, это не все беспричина, везде какая-то причина есть, почему кто-то что-то делает. Апратихата, значит, это нашим бхакти должно быть неудержимым, что никто не может остановить нас. И вот Капила Махарадж также говорит то же самое, как Ганга исходит из Гималаев и и она стремится к океану. И поэтому Ахайтуки Апратихата, значит, никто не может остановить. Мы должны чувствовать непреодолимое желание совершать баджан Верховному Господу. А почему? Потому что бхакти, оно порождает бхакти. Что? Почему мы совершаем бхакти, о Махарадж? Мы готовы совершать бхакти, поскольку мы обретем больше бхакти. Бхакти – это нектар. Может, кто-то утверждает обратное, но Кришна в Бхагавад-гите, он провозгласил Шримад Бхагават Махапуране, точнее, вот это слово. И в Упанишадах также такие слова приводятся. О, дети Амритасья Путра, дети нектара, и вы уже, у вас есть это, но вы должны осознать это. И вот эти слова, они запутаны, кто может понять их? Суть шастра – это сложно. И поэтому обычные люди, они запутываются, и даже риши и муни, они запутываются и не могут понять, но так или иначе, савай пум сам парадхармо, мы должны понять. Такой бхакти, нам нужно такое непреодолимое, неудержимое бхакти, которое никто не может остановить. Для Нарады Махараджа было возможно вложить такое бхакти своим могущественным характером внутри сердца этого свирепого охотника, но этот охотник, он стал гораздо лучше, его характер изменился, и когда Нарада пришел к нему в следующий раз, он даже боялся убить муравья. Он перед тем, как поклониться, он подмел место, где он собрался кланяться, и такое настроение может быть в сердце Бхагават Бхакти. И поскольку Нарада был Бхагавататва Ачарьей, по его милости это было возможно, иначе это невозможно, и мы должны следовать нашему праву, согласно нашему уровню, нашей степени, мы должны нашему положению, согласно гуне и карме, мы должны следовать всему этому. И вот мы должны следовать всему этому. И вот суть в том, что мы должны следовать этой Бхагавад-дхарме, это вечная дхарма.
И с помощью этой дармы супрасидати, значит, это не вопрос простого удовлетворения. Не вопрос просто какого-то довольства. Нет. В Писаниях говорится Джаятма супрасидати. Чтобы антаратма, наша душа, она почувствовала трансцендентное блаженство внутри своего сердца. Это возможно только с помощью Бхагавад-дхармы. Бхагавад-дхарма, она очень редка, очень сокровенна. И поэтому Ямарадж говорит, Гухьям Вишудхам Дурбадьям. Гухьям, значит, это три уникальных качества. Гухьям, значит, нечто сокровеннейшее, очень сокровенное. Обычным людям это не может быть открыто, это нектар. И следующее, Гухьям Вишудхам, значит, это префикс, который усиливает качество слова. И вишудхам, значит, наичистейшее. Вот в санскритской грамматике эти префиксы, они усиливают значение слова. И в санскрите много префиксов, которые обозначают то или иное. И вот, и если мы этот префикс используем перед началом какого-то слова, то значение слова полностью меняется. И вот как я могу пример привести, ахар, например, на санскрите значит, еда, не еда, это кушание, поедание чего-то. Вихара, значит, и если вот префикс добавить, то значение слова меняется. И вот ахар, мы говорим, это значит еда, процесс еды. А когда про хар говорю, значит бить кого-то, хотя вроде хар корень один, а значение разное. Бихар, значит хождение вокруг. И вот корень вроде одинаковое слово, но в зависимости от приставки, префикса, значение меняется. И на санскрите упасарга зовется этот префикс, предлог. И вот в санскритской грамматике есть такая формула, и вот упасарга, она очень сильна. И если мы приписываем ее в начале слова, то значение этого слова меняется. Самхар, например, убийство. И ахар вроде и процесс еды, значит, прахар, значит, битье кого-то. Бихар – наслаждение, прахар – хождение вокруг, а вот самхар – значит убийство кого-то. Вот санскритская грамматика очень сложна. И вот таким образом мы находим различные проблемы, могут быть, если не тот префикс использовать. Это вот парадхарма, абсолютная дхарма, она неизменна. Она находится внутри дживатмы, но из-за того, что эти дживатмы не могут ее открыть внутри своего сердца, обнаружить, то в этом есть проблема. Шрила Прабхупад говорил, что бхакти – это естественная функция нашей души. И чтобы избавить
избавиться от покрытия, нужно обнаружить, каковы наши обязанности, кто мы на самом деле. И вот я другой пример из Шримад-Бхагават Махапураны, из прославления Шримад-Бхагаватам. Я могу привести пример. И вот в Падма-Пуране описываются слова Бхагаватам, и там говорится, что Гукарна, он хотел спасти своего отца Атмадева, тот много страдал. Мы не можем описать всех его страданий. Поскольку он находился в Майе, он... И поэтому я начал с этого. Шрила Прабхупад говорит, своими собственными попытками обусловленная душа не может найти никакого решения, никакого решения своих проблем. Если они пытаются что-то делать, то наоборот получается. Вместо мангала – амангал. Обретают его, вот обусловленная душа так или иначе не может принести подлинное благо себе. И вот один пожилой человек в Панджабе, вроде человек хороший был. И вот ему говорили, что нужно баджан совершать. Тот говорил, что у него сын есть, вот, а дочь точнее, вот дочь замуж выйдет, потом начнет. Вот выдали дочь замуж, говорят, что нужно баджан совершать, и этот говорит, что вот проблемы в доме какие-то, вот сейчас решу, ну еще дочь сына родит, внука мне вот родит, так начну. И вот потом опять что-то случилось, потом снова, потом опять, и вот таким... Если кто-то оставляет семейную жизнь или выгоняет его из дома, то нужно воспринять это как благословение, поскольку это наша ошибка, что мы ожидаем любви оттуда, где ее нету, а чистый Гуру Вайшнава, они всем сердцем любят нас, а мы стремимся к каким-то материальным вещам. И поэтому проблемы различные возникают. И вот Атмадев, этот... He could not come. Ну, в общем, с того человек в Панджабе тот все планировал, и на путь баджана так и не пришел. В итоге помер, что уже совсем поздно было. И вот когда вы сильны, ум очень остр, то вы должны пытаться совершать Бхагавад-дхарму. А некоторые думают, что в старости, когда уже совсем постарели, ничего не могут делать, то тогда они могут начать Бхагавад-дхарму. Но нет, Прахлад Махарадж дал такой совет Каумарам Ачарет, то, что Бхагавад-дхарму нужно начать с... как можно раньше, в 5 лет или в 4 года уже достаточно можно начинать Бхагавад-дхарму, а не тогда, когда люди уже состариваются, ничего не могут делать. Но если кто-то думает так, то это нехорошо. Бхагавад-дхарма. Мотируна кишне парату сатопа, митхаку паддето брихопатана. И так или иначе, нашими собственными усилиями мы не можем обрести должный результат. Мы должны обрести пыль лотосных стоп, тех преданных, тех, кто уже следует этой Бхагавад-дхарме. И вот эту шлоку вы, надеюсь, слышали, я много раз повторял ее. И вот Прахлад Махарадж говорит на Эшам. О, мой ум, так или иначе, он не соприкасается с лотосными стопами Верховного Господа. Я даже не могу
найти связь. Вот это, слушай, вот это слово «Урукрам», значит, Махапрабху объясняет Санатани Госвами, «Уруджаракрам» идти «Урукрам», тот, кто необычайно могуществен, всемогущий, Верховный Господь, и чтобы указать на него, это слово используется «Урукрам». Стават, значит, до того уровня люди не могут обрести преданность, настроение преданности. И вот дальше говорится, что наш материальный ум, он осквернен, он не может получить возможность соприкоснуться с тем Верховным Господом Парапаракилешваром, Бхагаваном. С Урукрамом, кто необычайно могуществен. И вот я говорил уже, вот в этой шлоке описывается, что Верховный Господь, Он всемогущий, имеет неограниченные возможности, обусловленные души, они могут, кто-то может возгордиться собой до такой степени, что подумать, что может измерить Верховного Господа, как Брахма, например, он хотел проверить и испытать Верховного Господа, кто, но он был полностью разочарован в своих попытках как-то оценить Верховного Господа, и он понял, что сделал что-то не так, и он начал просить прощения у Верховного Господа. Это тоже такая лила Верховного Господа, иначе как мы смогли бы узнать об этом? Это все для нас, это пример. И вот, когда Брахма сказал такие слова, когда же... И вот, когда он произнес эту шлоку, «Гьяне Праяса Мудапасе Наманта Эва», и здесь также Брахма говорит то, что «Я хочу находиться с чистыми Гуру Вайшнавами, те, кто всегда воспевают славу Верховного Господа, Бхагавадхарму». Брахма говорит, «Гьяне Праяса Мудапасе, я хочу отбросить все свои попытки своими собственными усилиями познать Верховного Господа». И вот Кришна говорит Арджуне, ты можешь обрести два шанса. Первый – безличный Брахман и такой персонифицированный Брахман. Но будь уверен, то, что имперсоналисты, те, кто медитирует на безличного Брахмана, они чувствуют боль, поскольку бесчисленный период времени Дживатма, она занята с какой-то формой. Она привлекается к какой-то внешней формой. Но Бхагаван, когда он является трансцендентную форму, как Патит Паван, Джаганат или Баладев. Можно видеть много божеств там, но они все трансцендентны. Но некоторые глупые люди запутываются, думают, что невозможно так, а Майвади так или иначе они на какое-то время признают. Я могу показать вам в Раман-Рети, рядом с храмом Баладева в Гакуле, я там был. И вот говорил там Харикатху, как в храме, так и в лесу, такой опыт у меня. Никогда время не хотел тратить, я всегда хотел общения с Гуру Варгой, но такая ситуация была, что пришлось жить в лесу. Я никогда не хотел оставлять общение с вами, но я знаю силу вашего общения, которое вы даете мне в форме слушания Харикатхи. Я думаю, это хорошее общение вы даете мне, и поэтому я вечно благодарен вам всем, поскольку я чувствую себя бесполезным, но благодаря вам я чувствую, что могу сделать что-то. И вот таким образом
Бхагаван Шри Кришна говорит Арджуне: о Арджуна, есть два представления – нирвишеш и сарвишеш. Бхагаван Шри Кришна уже сказал: о Арджуна, это очень болезненно. Акарат опи ведабьям стринам мишан. You already told, explained maybe вот 1 year, 2 years before. Махарадж now you already changed. No, no, no. Говорил несколько лет назад эту шлоку, но еще хочу добавить то, что Махапрабху, когда сказал, что если наши материальные глаза мы хотим видеть что-то, это подобно ловушке. When I see, when I understand, когда я вижу и понимаю, что могу видеть Верховного Господа, Мухимурти в Шринатха, в Джайапуре или еще где-то, это не совсем хорошо, но когда мы приходим, кланяемся Верховному Господу и говорим: о Господь, посмотри на мое состояние, что я могу увидеть, я не могу видеть Тебя. Увидеть, лучше посмотри на меня. Это учение Шрилы Прабхупады, то, что мы из Дрищья и Дарша. То есть мы приходим, чтобы посмотреть на Господа, но мы должны прийти, чтобы показать себя Господу. Кто-то приходит, чтобы насладиться внешним видом Господа. Это не Джаганатха Даршан и не Говинда Даршан, а Говинда Даршан в чем? Когда мы становимся очень смиренны и склоняем свою голову перед Верховным Господом внутри. О Господь, я совершил много оскорблений. Как я могу увидеть Тебя? У меня нет права, но все же это все Твои милости. Если Ты пройдешь на меня свои беспричинные милости, Ты сможешь спасти меня. И таким образом, если Вы покажете такое настроение дрожжи, дрожжи, это значит, что я смотрю, это склонность к наслаждению. Когда мы видим Джаганатха в храме с таким наслажденческим видом, пытаемся других толкнуть подальше, чтобы нам видно лучше было. Но это не даршан Джаганатха. И когда кто-то заходит в храм Джаганатха, смотрит какие-то скверные эротические скульптуры обнаженных мужчин и женщин, но почему это? Поскольку Джаганатх, он хочет вас как-то отделить от себя. Если у вас есть какие-то материальные представления, вот вы можете зайти в храм Джаганатха, но не сможете увидеть его. Это не даршан Джаганатха. И вот смотрите. Когда вы хотите, планируете видеть Джаганатха или Шринатха, и вот когда кто-то хочет увидеть Верховного Господа, то может потратить много денег, но не будет доволен, поскольку даршан несовершенен. Поскольку вы не получите милость Гуру Вайшнава, если вы получите их милость, то обнаружите, что Гуру Вайшнава и Бхагаван, они все друзья, они вечные друзья, они вечные ваши друзья, они пытаются помочь вам, но вы не понимаете. И вот я могу взять вас в Раманрати, в Гакулу, и там могу показать там майвадский какой-то этот идол какой-то, они сделали внутрь его специально, там, где Кришна играл с Баларамой, там какой-то майвадский этот храм. И вот храм майвадский, но там божества какие-то стоят, а кто-то может запутаться, но я попрошу вас, сходите и посмотрите на их настроение. Во время арати они танцуют, но их настроение полностью майвадское. Они не верят в то, что эти божества, которые они видят, даже Рамананди Саду и другие, они их держат за стеклом в герметичной коробке, это в герметичном пространстве. Даже не думают, что они задохнуться могут и не поклоняются им. Но опять первый принцип поклонения: в начале всего нужно отбросить все тщеславие.
и попытаться стать таким же божественным, как тот, кому вы поклоняетесь. И вот, и если мы находимся в материальном мире, то даже полубогов не можем видеть, как же видеть Верховного Господа. И вот Махапрабху говорит, что если мы хотим получить абсолютную преданность, то тогда, вот согласно этой шлоке, и вот это наивысшая наша истина «Я», когда Дживатма возвышается выше, выше и выше, и тогда она обнаруживает, что Махапрабху уже сказал об этом. Вот это слово «Гопи Бхарту» — это очень глубокое слово, согласно санскритской грамматике. «Гоп» значит «защищать». И Гопинат, Гопинат значит тот, кто защищает тех, кто кто его шакти, и поэтому Махапрабху говорит, в итоге мы должны почувствовать это, и тогда мы сможем достичь абсолютного блага в нашем баджане. И вот Махапрабху хочет сказать так, и мы должны понять, что наивысшее достижение в нашем баджане мы можем достичь, если мы поймем это сердцем. Не что-то сказать, какую-то философию, а именно практически осознать. И вот можете пойти проверить, я не говорю лжи на 100%, они вроде арчану совершают, но нет веры у них в том, что это... Что это Сакшат Парамешвара, они не верят, как Чота Випра и Бора Випра, эти два брамана из Чайтанья Чайтамриты, и там истории приводятся, что браман сказал Виграхе, что я знаю, ты не Виграха, ты сам Верховный Господь, сам Сакшат Паратварахилешвар. И когда вы почувствуете это, то тогда автоматически вы почувствуете знак от божеств, которые посланы Махапурушей, иначе это будет какой-то материальный даршан. Кто-то совершает какой-то киртан, но майявадский вечер, что такое? Мы должны понять, почему Махапрабху, когда шел в Южную Индию, он пел этот киртан. Хотя до этого никогда Махапрабху так не молился Верховному Господу. Каково значение для, в том, чтобы спасти нас от майявады? Это сатсанга очень и очень опасно. И вот, каково настроение тех майявады? Почему они поклоняются? Это драма, просто имитация какая-то, поклонение арати. Они очень хитры. Они думают, что они очень хитры. И поэтому в итоге они думают, что мы примем этих божеств на какое-то время. А когда мы почувствуем, что мы Брахма, и тогда оставим этих божеств, это философия Шанкарачарья, ну, его учение Сиддханта нельзя назвать слишком это высоко, поэтому нужно называть вещи своими именами. И вот смотрите, Шанкарачарья, он написал, так описал свое учение, какого настроения Шанкарачарьи. Для садаков, тот, кто совершает баджан, чтобы осознать себя как Брахма. Они представляют на какое-то время, что вот виграха есть, а когда почувствуют, что Брахма, то что толку, и мы откажемся от нее.
И вот это представление ихнего гуру, ихнего гуру-татвы, оно тоже не хорошо. И вот Шанкарачарья говорит, мы должны принять такого гуру, у кого нет... Ну вот они принимают кого-то... Как гуру, у которого нет чувства брахмана, то есть глупца какого-то. Вот я мои воду, когда буду обсуждать, я расскажу более подробно об этом, то что они принимают гуру, который как бы не является гуру, просто непонятно кто. И вот по милости Шрилы Прабхупады Бхактивинода Тхакура Шрилы Кешава Госвами Махараджа я хочу поделиться с вами моим чувством. И вот таким образом у меня есть надежда. И вот они думают, что Брахма просто, чтобы им сконцентрироваться в своей медитации. И Кришна уже ответил этим глупцам через Арджуну, что... О, Арджуна, если ты хочешь сконцентрироваться на безличном брахмане, это невозможно, поскольку вы привыкли думать о какой-то определенной форме. Кару тантан мандира манджана дишу сутим чакарат чито саткатхудай. Different kind of thing. Now, и вот сейчас, this way, таким образом, Амбариш Махарадж, он был успешен в том, чтобы занять все свои органы чувств в Кришнастве, что практически невозможно для нас. Кстати, Майавади, их план очень плох, очень скверен. Они принимают на какое-то время, и потом отказывается, и это плохо, но наше представление не в том, чтобы отказаться от гуру Вайшнава Бхагавана. Нет, у нас есть вечная связь с Верховным Господом навсегда. Единственное, что мы должны сделать, обнаружить ее. Вот достаточно давно, где-то 3 недели назад я говорил о том, что мы должны обнаружить нашу вечную связь с Верховным Господом, как кто-то, например, родился маленьким ребенком, мать заботится о своем ребенке, но в то время она, мы из-за своего инстинкта привыкли хватать мать. Вот знаем, что она источник еды, молока для нас, но не знаем чувства любви к ней. Но когда ребенок подрастает, то тогда он может обнаружить, что она моя мать. И вот когда вы обнаруживаете свою связь с матерью, вы должны помнить, когда вы не смогли осознать чувства вашей... Чувство вашего родства, но это чувство родства было, мать любила вас, но вы из-за своего малого возраста не знали этого, и потом только когда повзрослели, почувствовали это. Если материальное научное объявление, определение любви в чем, и вот... Ну, вообще, с точки зрения материальной науки, любовь — это что-то слишком простое, просто прикасание одного тела к другому. Но есть более глубокое чувство, когда мать целует ребенка, то в этом случае какое чувство приходит к ней, мы не можем понять, если мы не мать. Если вы действительно мать, то тогда вы почувствуете, что за чувство рождается в вашем сердце. Отношения родителей и детей, если есть какая-то проблема, то вы сразу чувствуете, что с вашим с ребенком это есть подлинная связь. И вот когда Махапрабху сказал, и когда он дал такой совет, это применимо вот в материальном плане. Before entering to join, there are some
И вот можно видеть, на каких-то заводах есть даже такие эти... Как их там? Вдохновители, которые вдохновляют людей работать, работать и еще раз работать. In Hindi we see Khopri Khare. Вот на хинди это профессия Khopri. Khopri Khare. Khopri means there is называется. Some bread inside that, in the skull there is bread, is going to eat. They're going это не то. And eat up the vitals of their in them. Even they cannot allow them to get any spiritual motivation. This is the condition of material organization, everything. So this way actually, Махарадж говорит, что всяких материальных организациях людей мотивируют только на какие-то материальные вещи, а что-либо даже немножко духовное предотвращают. И вот я не хочу говорить про какие-то материальные формы, но когда я вижу преданного, я радуюсь, говоря искренне, я иногда прихожу, чтобы получить ваш даршан. Я чувствую вдохновение, когда я вижу, что какие-то преданные приходят слушать харикатху. И вот материальный даршан, он запрещен, но даршан все равно должен быть. Мы не можем избавиться от этого даршана. Это что-то естественное. Собака смотрит на нас. У собаки есть свое видение, тигр смотрит на вас, он тоже видит, кто-то может видеть прекрасную женщину, а тигр в этой женщине может видеть свой обед, и вот это его такое представление, и вот даршан. Мы не можем избежать даршана, даршан он должен быть, даже муравьи, птицы, змеи, они все видят, воспринимают как-то, но они воспринимают согласно своим прежним санскарам, они либо ужасный даршан какой-то воспринимают, либо прекрасный. И вот пример могу привести, когда Ракхуган, он хотел как-то надавить на Джадабарату, думал, что Джадабарат какой-то глупец, но потом он обнаружил, что ты плохо несёт, и начал кричать, что ты давай неси паланкин как следует, иначе слезу, побью тебя. И в итоге, когда Джадабарат начал, что думает, что неплохо бы ответить ему, сейчас здесь лес, никого нету, поэтому не проблема. И вот когда тот его отругал, Джадабарат, он не материалист, он не материальное тело. Если вы не материальное тело, то можете пытаться оскорбить. Но если тот, кого мы ругаем, не привязан к своему материальному телу, то он не обидится, да, даже не подумает, что обидится можно. И вот Джадабарат Махарадж подумал, что неплохо бы рассказать ему, что и как. И вот тот был... И вот и вот Махарадж не был там. Один раз в жизни был в этом Ганга-сагаре, какой-то офицер пригласил его, работал этим. В мореходстве, в общем, корабль взяли и в аренду и поплыли. Махараджу там каюту выделили, вот они когда приплыли в этот Ганга-сагар. Столько там народу. В общем, Махарадж решил не ездить больше, но так или иначе принял омовение в там в Бенгальском заливе вместе с впадания Ганги в океан Капила Муни, там место Капила Муни, один есть безличный, этот Капила
который родился в Трета-югу. Я не говорю о нем. Другой Капила, Сарвишеш Капила, Капилджи Махарадж, кто рассказал о преданности своей матери Девахути. И вот о втором мы говорим, и вот там, смотрите, сейчас. И вот на слиянии этих, в общем, в том месте различные люди, йоги, всякие риши приходили, и прочее, куча народу приехала туда, чтобы какую-то пунью обрести. Никто с надеждой обрести чистую преданность тут не ехал, а просто какую-то пунью обрести. И вот таким образом Акарат Ветаведабьям, когда я говорю об этом, я не говорю о каких-то материальных формах, а я говорю о трансцендентной форме Верховного Господа Джаганатха Шринатха. Я говорю о них. И вот если мы говорим и думаем о трансцендентном, Махапрабху, он хотел дать нам такой совет, поскольку мы прыгаем в огонь, поскольку стринам, вишайнам, апи, общение с женщинами очень опасно, мы не можем избавиться. И вишой, материалисты, когда материалисты где-то есть, мы должны это место избегать. Даже Махапрабху не был готов признать то, что отец и старший брат Рагунатха, они вайшнавы. Хотя они множество вайшнава севы совершили, но что из этого? Они пытались служить гуру вайшнавам, но это не было чистое служение. И вот пожертвование тоже может быть осквернено, как это и осветить. И вот Бхагаван говорит, все, что вы предлагаете, это не так просто. И вот Бхагаван Шри Кришна хотел сказать то, что мы не должны смотреть и думать о каких-то материальных вещах, это очень опасно, а трансцендентные вещи, трансцендентные формы – это гораздо лучше, поскольку вы хотите. Но перед Бхагаваном вы должны являть свое смирение. И вот все дживы, у них есть свой даршан, свое мировоззрение, согласно нашим прежним самскарам, и все результаты кармы. Это все применимо к людям, поскольку те, кто бессознательные, эти животные или птицы, если они съедят человека или еще кого-то съедят, они, их сознание очень низко, они под влиянием инстинктов находятся. И в шастра говорится, нет никакого пути, вы должны страдать из-за своей собственной кармы, никто не возьмет ответственность за вас. Вы, если что-то делаете, вы должны страдать от последствий своей кармы, и поэтому в Гите вначале я уже сказал, что Бхагаван Шри Кришна говорит, и поэтому многие запутаны, поскольку их сознание покрыто, и Верховный Господь так или иначе не берет результаты их благих или плохих действий. И вот поэтому они не находят никакого решения. Стремиться к какой-то материи — это
не решение. И вот мы пришли к заключению, то, что согласно нашей карме, мы, согласно нашим плодам кармы, мы должны занять себя в той или иной деятельности. И Бхагаван Шри Кришна в шастрах говорит, для тех, кто уже находится на пути санатана дхармы, а другие люди, согласно их инстинктам, они действуют его так или иначе, в тот или иной день они могут родиться здесь и получить возможность следовать Бхагавад-дхарме или санатана-дхарме. Поскольку санатана-дхарма внешне запутана для многих, и некоторые думают, что поклонение Боже с этим полубогам – это тоже санатана-дхарма. Кто-то Ганеша поклоняется или Вишну, то это тоже санатана-дхарма. Но Шрила Прабхупад говорит, что поклонение полубогам Сури, Ганешу, Деви, Вишну, Шиве – это панча-упасака. И те панча-упасаки, они не преданные, не путайтесь. Внешне я сказал, что можно в Раманрете пойти, там вроде они арати совершают, божествам поклоняются, но их представление очень скверное. У них нет вечного представления о этих божествах и о Верховном Господе. И вот я сказал уже, они не могут думать о нирвишеше, безличном брамане, и поэтому они принимают такое временное божество, чтобы концентрироваться на нем, но это плохо. Я уже говорил, вот Бхагаван говорит Арджуне, что те, кто обрели человеческое тело, для них представление о нирвишеше браме очень опасно, они не могут концентрироваться на пустоте. И поэтому в тот день я говорил, что ум никогда не может быть пуст. Это наставление этих... Эти ученые так говорят. Тут мы можем настроение его изменить, направление. И вот безличный браман, когда кто-то концентрируется на нем, это тяжело, это невозможно практически. Даже наши мусульманские братья, для них, я хочу сказать, когда вы этому Аллаху молитесь, пожалуйста, скажите на 100% правду. Когда вы молитесь, у вас есть представление о Боге или нет? Они не могут лжи сказать. А точнее, если они не будут врать, то скажут, а если будут врать, что с ним не делать? И вот они скажут, когда они молятся Господу, мы думаем, что там какая-то личность. Наверняка мы думаем, что там какая-то личность. И если бы там никого не было, то почему вы кланяетесь ему? И кому же вы кланяетесь? Какому-то безличному разве? Нет. И несомненно, вы не должны говорить лжи, поскольку мы заняты всегда какой-то формой и образом. Единственное, что можем сделать, изменить направление нашего даршана. И вот скверный даршан так или иначе принесет нам только больше и больше проблем. И вот Капилджи Бхагаван говорит, не дружите с материалистами, вы можете с ними говорить как-то, общаться, но нельзя привязываться к ним. То есть, ну, можно как-то с этим разговаривать с ними, но привязываться нельзя к ним. Sometimes I can speak original.
You know, sometimes I speak mokshadharam apavitam. I'm the gateway of moksha, can get opened before me. Another I speak. И вот Махарашвати, вот эти шлоки, две произнес, сначала одно, конец другой. Эти шлоки, они обе применимы в этом случае. Когда мы сможем обрести общение с саду, тогда мы получим решение всем нашим проблем, решение всех проблем. Кто-то поклоняется Санатан Дарме, говорит, что Санатан Дарме следует, Шанкару поклоняется, но это запутано для многих. Имя Санатан Дарме никто не может понять. Санатана Дарма значит садатануте йо дармага. Вот сада значит то, что вечно присутствует и... И увеличивает свою силу. И то, что увеличивает свою силу. И то, что вечно, но люди из-за своего обусловленного сознания думают, что поклоняться Дурге, Деви – это Санатан Дарма. Но наивысшей цели Санатана Дармы – это показать нам лотосные стопы Кришны. Это есть Санатана Дарма, но не все имеют представление об этом, запутываются многие. Кто-то хочет пользоваться преимуществами своей глупости. И вот можно вспомнить, когда Джадабарджи подумал, что можно ответить этому Ракугану, поскольку тот слишком много ереси несет. И вот Джадабарат, чтобы спасти его, начал говорить прекрасную сиданту: «О, царь Ракуган, кого же ты накажешь? Ты думаешь, что я человек с таким прекрасным, здоровым телом, но я не тело? Но ты думаешь, то накажешь меня, как хочешь». И после этого Джадабарат начал говорить дальше прекрасную сиданту. И вот Прахлад Махарадж говорит также это прекрасные слова с Прахлада Махараджа, и также я начал объяснять. Если вы хотите достичь Верховного Господа, его служения, его стопам, если вы хотите что-то сделать для Верховного Господа, то тогда в этом случае вы должны обрести милость чистых гуру и вайшнавов. И вот это представление, его мысли, его сила. То есть обычные люди думают о каких-то все сконцентрируют свои мысли вокруг материальных объектов. Но я знаю, чистые преданные, они не хотят достичь Брахмалоки. И вот в Брахма-самхите такие слова есть, и вот постепенно Девидам Махешдама, где вы находитесь, кто-то молится вот такими молитвами, но это по отношению к Девидаме, к материальному миру. И вот в эта молитва, вот где-то материалистов знает, что дай денег, дай власти, дай того, дай сего, дай богатства, дай прекрасного происхождения, славы, знаменитости, чтобы весь мир знал нас. Это тоже защищено, запрещено. И еще просьба убить всех врагов. Мы хотим жить своей жизнью без всяких препятствий, это плохо.
Но те, кто чанди поют, они не могут понять это. Я много раз говорил, когда они говорят, что джадеви, вот, они эту слову повторяют, но не понимают значения. А почему? Джадеви, деви, ты в форме энергии в этом материальном мире. Откуда эта энергия приходит? Если есть безличный браман, то откуда же эта энергия возьмется у безличного брамана? И в том ином случае вы должны признать, откуда эта энергия исходит. Шакти, шакти мотор, объект. Then Einstein, the great scientist, could realize this point. И вы должны признать, что есть какая-то личность, даже Эйнштейн, он осознал вот сокровенную суть Гиты, то, что все объекты в этом материальном мире, они состоят из какой-то энергии. Мы не можем убрать это, но можно изменить. Энергия не может быть создана, но может быть преобразована из одного состояния в другое. Вот этот Эйнштейн открытие такое сделал, что же нового сказать. И вот когда говорю таким образом, то я... Но некоторые люди не понимают, что они говорят. Откуда это слово Нараяна появилось? И вот они в чанди говорят, что «О, мать, ты трансцендентна». И чит-васту, чит-шакти. Но материалисты не думают, что могут дурга-пуджу совершать, это материальное представление какое-то, эту драму сделать и еще что-то, но те искренние, они искренне должны подумать и почувствовать внутреннее значение. Как я к Гите могу вернуться, те глупцы не понимают глубинное значение, а те, кто разумные, они хотят понять глубинное значение всего этого, не внешнее. Не внешнее, именно внутреннее, они никогда не заняты какими-то внешними проявлениями мантры, поэтому я много раз просил вас также пытайтесь понять значение мантры. Те, кто получили подлинное посвящение, когда вы повторяете мантры, вы должны видеть, чувствовать, попытаться увидеть мантру Девату, Камадева, например. Вы должны понять его и получить его даршан, понять, кто такой трансцендентный Камадев, и любые мантры, которые вы повторяете, Брахма Гаятри, вы должны чувствовать, что Гуранга Махапрабху цвета золотого цвета, вы должны чувствовать, как Махапрабху он протягивает нам две руки, чтобы пригласить нас, и вы должны видеть также. В Гаятри есть такое савитур слово, и многие, не зная грамматики, думают, что это, ну, какое слово какого-то женского рода. И таким образом мы должны понять это часть вет, но опять же изучать эту часть всю жизнь будет занять, а то и больше лучше следовать наставлениям гуру Вайшнавов, это хорошо. И вот для тех, кто совершает Брахма Гаятри, для них я хочу попросить сесть утром около 4 утра или ну, максимум в 5, сесть лицом на восток, утром совершать баджан очень благоприятно, все, что вы делаете, весь баджан утром, если не успеете все сделать, днем уже времени, как правило, не хватает. И вот
когда вы совершаете Брахма-гайтри утром, и вот нужно сесть лицом на восток и сесть под Падмасану, или как вам удобно, если не можете. И вот сесть лицом на восток и представить, что Бог Солнца золотого цвета всходит, Солнце всходит, точнее, и в этом солнечном свете вы должны видеть Гауранга золотого цвета, он проявляется из этого, из этого солнечного света. Если вы не сможете видеть Гаурангу золотого цвета в восходе солнца, то видите просто солнце желтое, которое встает, но вы должны более глубоко войти, чтобы понять настроение этой мантры. Этого нельзя избежать. И вот смотрите, сейчас все мантры нужно повторять таким образом. И сейчас я вернусь. Джада Бараджи, он дал такое наставление, чтобы этот Ракуган, он был невежествен. Бараджи Махарадж, благодаря своей беспричинной милости, он хотел пролить свою милость на него, и вот дал такой совет, и в итоге обнаружил, действительно так, это тело, это не я. Кто-то спрашивает, кто ты, как тебя зовут, и меня зовут так-то или сяк-то, но я не заинтересован узнать имя вашего материального тела. Но Санатан Гасай понял, кто я, и у него был такой вопрос. И Шримад Бхагават Махапурани говорит, адхата брахма джигеса, адхата татва джигеса, самовопрошением. У нас должен возникнуть интерес к самопознанию, и вот эта татва джигеса, если она не задевает ваше сердце, то это проблема. Так или иначе, у вас должно появиться это чувство самовопрошения. И вот я хочу вернуться к Падмапуране, где Атмадев был занят какими-то материальными вещами, с вещами, связанными с телом. Ну, Атмадев, он был вроде браманом, но все же Таттва-гьяны не было в нем. Он вроде следовал ведической культуре, но глубинного значения всей ведической культуры вед он не смог осознать, и поэтому сейчас, обретя так много боли, он молился лотосным стопам своего сына Гукарны. О, пожалуйста, помоги мне. Шутаха касса, дхаман касса, снимуван, джалате анишам. Вы можете, если вы можете осознать это, вы свободны и можете начать Харибаджан под руководством чистого Гуру Вишнава. Что он говорит, то это столь прекрасно. Эта материальная жизнь, она нестабильна, не вечна. Нет никакой стабильности. Кто? Муж, жена, дети. Это все временно, асара самсара, значит, и что сказал Шрила Бхактивинода Тхакур? И вот Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в киртане, что за самсара, что за значение самсара. Это подобно магии, как этому, подобно такому. Чему-то временному. А все, что у нас есть, мы должны посвятить лотосным стопам Гуру и Вайшнавов. И правило таково, что а если вы будете оставлять что-то себе, то ничего хорошего не произойдет. Нужно все
посвятить Верховному Господу и все, что есть в этом бесконечном мире. И если у вас что-то, что вы могли бы заявить, что это мое в прошлой жизни, все, что у вас было, можете ли вы заявить, что это ваше, это ушло, значит ушло, вы опять родились с нуля, все начали, и так или иначе. Maybe position, honor, money, building, whatever you did. Все, 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 что вы обрели, вы все обрели в этом материальном мире. Когда вы родились, ни с чем. Материального ничего не было, но согласно вашей карме все это пришло к вам, и сейчас вы заявляете, что это мое. This way, actually, even in your previous life, и таким образом даже в вашей прежней жизни, когда вы и сейчас, когда вы родились, в следующей жизни у вас уже то, что было в прежней жизни, оно пропало в момент смерти, оставив тело, вы оставляете все. И вот один доктор с Чампахати, он сказал мне, один богатый человек, очень богатый, живет он рядом с Чампахати Гаудиамант, и вот 52 года было, умер от коронавируса. И когда он, не было даже никого, кто бы его до крематория донес, все боялись. И вот, если слишком много размышляете о прошлой жизни, то толку от этого нету. Лучше думайте о текущей жизни, думайте о том, что в этой жизни можно сделать, как обрести милость Гуру Вайшнавов. Не нужно слишком зацикливаться на прошлом. И вот даже Арджуна никогда не спрашивал Кришну: «О, Кришна, посмотри в руку, кто там в прошлой жизни был». Арджуна никогда не говорил такого, не просил Кришну посмотреть, кто он там в прошлой жизни был. И вот поэтому много раз я говорил, и Шрила Прабхупад говорил, что нужно избавиться от истории и аллегории. История нашей предыдущей жизни – это история, а сейчас, если мы слишком думаем об этом, что какие-то удобства получим от того или иного, от всего отказаться нужно, поскольку Шрила Прабхупад уже сказал, будьте осторожны, мы должны избавиться от истории и аллегории. Аллегория – значит какие-то эти мечты. В общем, от мечт всяких отказаться, от таких сказочных планов на будущее, а лучше сконцентрироваться на лотосных стопах Гуру Вайшнавов, Бхагавана, думать о Харикатхе непрерывно, и тогда я обещаю вам, очень скоро вы обретете такую силу, что вы не сможете даже представить. Шрила Прабхупад говорит, те, кто совершают санкиртану все время, очень быстро они обретут такую силу, что они смогут воспевать славу Верховного Господа все время. Это должно случиться. Шрила Прабхупад говорит об этом. И вот. Нет ничего в этих 14 мирах о том, что мы заявляли бы, что это наше. И вот великие цари, они все ушли, они все померли. И вот там Борис Махарадж, Ютиши Махарадж и прочие. Вот из Бхагавата там есть история, когда два царя сражались друг с другом, заявляли, что это мое, нет, это мое. И вот они начали сражаться. И после этого Бхагаватам в седьмой песне в начале говорится, на поле боя эти два царя ругались громко, показывали свою силу, что я такой-то, такой-то, но после этого один царь помер, и все его жены
пришли на поле брани, и это Судьяги его звали вроде, и вот куда ты ушел, и Камса даже когда помер, то Астипрапти, две прекрасные женщины, жены Камсы, жены Камсы, они пришли, разбили свои браслеты, поскольку после того, как муж умирает, нужно эти браслеты из этих раковин сломать. И вот они вот, плакали, куда ж ты ушел, ты наш царь. И вот, и даже когда Раван умер, то его жена также плакала, ты зачем-то сражался с Рама, это было очень опасно, и вот в итоге вся наша Ланка пропала, никого нету, чтобы мог контролировать Ранку, ты убит, это естественно. И когда я умру, тоже кто-то придет за меня, кто будет говорить харикатху. Вы должны думать об этом, кто я, чтобы говорить харикатху, и как долго я буду жить, тоже неизвестно. И вот таким образом вы не должны ожидать чего-то даже в предыдущей жизни. И в текущей жизни мы не должны надеяться, мечтать о чем-то бесполезном. И вот согласно нашей карме мы должны совершать свою жизнь, жить и не думать, что что-то наше. И вот все, что вы получили после рождения, образования и прочее, прочее, это как бы ваше, но если я спрошу вас, whatever you gather here, you have taken from this material world, not from that. Все, что вы что, что у вас есть, это все из этого мира. Все, что вы собрали, нашли, есть у вас. Все это ваше, не ваше, а местное. И почему бы не посвятить свою жизнь Верховному Господу? Поскольку Господь уже послал нам все, что у нас есть. И вот сейчас я хочу вернуться к Атмадеву. Атмадев, он прекрасный браман, но он не смог получить достаточно духовной силы, чтобы понять величие трансцендентного мира. И вот таким образом, и вот когда Атмадев молился своему сыну, он говорил день и ночь, я страдаю вот от привязанности к материальным вещам и от прочих вещей. И Шрила Бхактивинода Тхакур также говорит в своих киртанах. И вот зачем мы привязываемся к различным материальным вещам? Это опасно, это причина нашей обусловленности. И таким образом Джада Бхарат Махарадж также говорит и приводит аргумент Ракхугани, и Ракхугана в итоге осознал, что это была милость. Он начал плакать и говорить, кто же ты, расскажи мне, иначе я вот сейчас еду к моему гуру, он йоги, живет на берегу океана, в Бенгальском заливе, где-то за Сундарваном он живет, и вот тот сказал, спросил, кто же ты, и таким образом Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что не нужно развивать
привязанность к тому, что бесполезно, к материальным вещам, и из-за этого, если вы разовьете привязанность к материальным, вы потеряете свою энергию и жизнь. И вот я говорю о Джада Бхарати, если вы не сможете понять. Кто-то говорит, что Гопи Према – это наивысшее, но опять же, есть предваряющие вещи, нужно почувствовать свое подлинное положение, узнать настроение Рай Рамананды, Шримана Махапрабху. Нужно все понять, понять наше собственное положение, где мы находимся, и тогда мы получим вдохновение внутри нашего сердца, и тогда автоматически вы сможете получить вход, доступ к более высоким уровням. И вот там мы находим... Атмадев, он плакал, и Гокарна сказал: ты должен оставить все свои привязанности к материальным вещам. И это моя просьба к вам, и вы ищите моего совета, и это мой совет. Вы должны служить тем чистым Гуру Вайшнавам. И вот вы плачете, не можете развить отречение ко всему материальному. И вот наш перед Атмадевом, наш Гокарна Махарадж сказал: ты должен оставить все обычные дармы. Ты должен служить лотосным стопам Бхагават Дхармы. Ты должен служить ее лотосным стопам и... И ты должен оставить лока-дхарму, обычную дхарму. У людей ложное, неправильное представление о дхарме, материальная дхарма, умственная, социальная и прочие дхармы, и нужно оставить все. И вот нужно служить Бхагавад-дхарме, Тяджа-лока-дхарма, оставив все остальные дхармы. Дхармам баджасья сататам, непрерывно. Непрерывно, не то что полчаса совершать дхарму и потом весь день отдыхать, на пенсию уйти. Нет, это майвадское представление, нет. И вот здесь говорится, что мы непрерывно всегда должны думать о Бхагавад-дхарме, Атма-дхарме, Джайва-дхарме, Вайшнава-дхарме. Мы должны следовать Бхагавад-дхарме, и внешних дхарм может быть много, я могу рассказать настроение Шрилы Бхактивинода Тхакура, то, что он хотел сказать, может не сегодня, но в дальнейшем. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура сделал такое заключение очень прекрасное, что дхарма баджасья сататам, значит, мы должны следовать Бхагавад-дхарме. Это наша вечная дхарма. Гукарна говорит, это вечная дхарма, поскольку после этого наставления второй раз дхарма баджасья сататам непрерывным образом мы должны служить Бхагавад-дхарме. Второй раз говорится, тьяджа лока дхарма, нужно отказаться от всех обычных дхарм, которая не может дать нам никакой связи с Верховным Господом. Мы должны отказаться от этого.
Лока-дарма, значит, какая-то социальная дарма, ментальная, умственная. Мы должны оставить все это. Outside candy, no, not having any idea about Sanatana, nothing. They are like, you know, natural instinct. Only they are thinking what is good, what is bad. That is their consistent. Есть такие люди, которые о дарме думают, что это, что есть что-то хорошее или плохое, но это далеко не так. Speaking. I know. Some Saint Pauls or these that they are going to confess. Last night I was doing some simple activities. So I pay some donation, you please cut my, you know, they are going to stay on the indulgent structure there, they confess, oh, I have done some mistakes, so this is public, it is not so easy. Религиозно, но это не так просто, это не научно, я уже сказал. Who is padri? Who is the priest in the church? Who can take responsibility? Что просто искупиться от своих грехов не так просто, конечно, вас могут одурить, забрать деньги ваши. И, а что произойдет, это вы после смерти узнаете. Вот однажды один эти ко мне домой, давно было, лет 40 назад, а то и 50. И вот, в общем, давно они приходили, больше 40 лет прошло, я... И вот они дали мне эту Библию почитать, я еще тогда в школе учился. И вот мне, я хотел спросить их, но возможности не было, тут они пришли, говорили, я сказал, что Библию не куплю, но вопросы к вам есть. Gauriya Mission, Gauriya Mart is there. Вот, so nobody can change my heart. So I thought, okay, let me see what they can speak. Махарадж родился там рядом с Гауди Матхом, Гауди Миссией, где Шрила Прабхупада тело оставил там рядом. И вот они, там в их Библии было написано, что если кто-то что-то хорошее делает, навсегда в рай попадает, а если плохое, то навсегда в ад. А я сказал, что почему так? Бхагаван, Верховный Господь, Он беспристрастен. Если я, например, проблему какую-то сделаю, что-то сделаю плохое, мать меня может побьет, но не выгонит и не будет бить всю жизнь оставшуюся. И Верховный Господь, Он также, Он беспристрастен, Он относится ко всем своим, ко всем душам, как к детям, и не может быть такого. И вот они задумались, начали совещаться, и ответить им нечего было. И вот я продолжу, что не может быть такого, что кто-то что-то хорошее сделает, и все оставшуюся вечность будет на небесах находиться. А еще можно видеть, некоторые люди и грехом занимаются, и благочестием, и куда их отправлять. И также люди, которые что-то хорошее делают, могут потом что-то плохое делать, и наоборот. Но сатсанга, она никогда не пропадет, если мы искренне, то это так, а если вы лицемерны, то ничего не могу сказать. И вот Рупа Госвами Пад говорит, что результат вашей кармы, он придет, и результат садусанги, он неизбежен, но мы не получаем должного результата, а это, как правило, из-за лицемерия. И вот они... Эти христиане не нашли, что ответить. И Шрила Бхактивинода Тхакура в одном из киртанов говорит, что если мне нужно будет родиться зверем или птицей, о Господь, сделай так, чтобы преданность была в моем сердце, и я обрел саду сангу. Я вот рассказывал про слона, который совершал саду сангу, и вот суть совета, который дан Атмадеву Гокарне, и вот он говорит, ты должен оставить обычную дарму.
Я говорил тебе об обычной дхарме и еще хочу сказать о том, чтобы ты имел четкое представление, что нужно делать, что не нужно. И вот вы думаете, что Арджуна, он обусловленный душа, вы можете спорить со мной, это наивысшее, что это заключение. И вот Бхагаван уже сказал, и вот два дня назад кто-то что-то сказал, а сейчас... Ну, в общем, нужно делать все в соответствии с нашими способностями и адхикарам, нашим положением. И вот завтра я объясню, что Гита говорит о карма-йоге, дьяна-йоге и прочих йогах, и Кришна. А Арджуна говорит, о Кришна, зачем мне столько наставлений не даешь снова и снова, и каждое следующее лучше другого. Почему бы тебе не сказать сразу что-то хорошее? Зачем карма-йога, дьяна-йога, дьяна-йога, еще какая-то йога запутывает это? Почему же ты не скажешь наивысшее? Но Бхагаван, он не глуп. Бхагаван, он... Арджуне говорит всю предысторию, поскольку есть люди с различными адхикарами, различными способностями, все разные, не каждый может следовать чему-то одному. И вот согласно их уровню адхикару люди могут возвыситься и говорить на какой-то... и действовать согласно какому-то уровню. Как вот в Гите говорится, что карма-йога хороша, гьяна-йога еще лучше, еще какая-то йога еще лучше, и вот этот Арджуна запутался. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, что глупые люди не могут понять суть Гиты. А Гита – это суть Вед и Упанишад. Очень такие прекрасные наставления. И вот можно найти все ответы относительно всех материальных проблем, физических, умственных, социальных, от которых мы страдаем. Можно найти там все ответы, и нет вопроса никакой запутанности там. И когда Кришна говорит, и вот Кришна, он занял Арджуну в Дхармакшетре на поле боя, на войне. Но это не последнее, согласно натуре кшатриев, он должен сражаться. И также мы находим, когда кто-то следует брахманской дарме, он в итоге осознает все. И вот брахманы, кшатрия, вайсья, шудра, все они и вот если все эти советы изучить, то это все нас возвысит на уровень самосознания. Кто может осознать? После тысяч рождений кто может осознать это? Что это наивысшее? Васудева сарвам ити самахатмя судулабхах. Кто может осознать, что Васудев – это все и вся? Но суть в том, Кришна, он дает шанс различным людям, те, кто находится на различных уровнях. И вот Арджуна, держа перед собой, Арджун дает совет Кришне, чтобы тот сражался. Но это не наивысшее заключение. Я завтра буду говорить об этом. А каково наивысшее заключение Гиты о том, чтобы дать нам
процедуру, которая поможет нам достигнуть преданности, это зовется вот Сарвадаван Паритеджа Мамакам Шаранам Враджа. Так, я был занят даванием тебе различных советов, но сейчас наивысший совет. Оставь все и предайся мне. Кто-то может спросить, почему? А как же Бхакти-йога, она посередине, в 12 главе, но в начале карма, гьяна-йога, и в итоге он говорит так, а посередине, что поскольку Кришна, он хотел показать, что Бхакти-йога – это мое сердце, и поэтому это Бхакти-йога, она посередине Гиты. Там 18 глав, но посередине Бхагавад-гиту мы находим, посередине Бхакти-йогу находим, не в начале, середине и конце, а потому что Кришна хотел показать, что Бхакти – это мое сердце, и те Майвади, они тоже будут растеряны, могут, ну, это их дело, пускай они делают, что хотят. Наставление Кришны в том, что демоны должны быть обмануты. И поэтому я говорю Шанкару, ты должен рассказать о Майаваде, чтобы те, кто демонического склада ума, они не смогли обрести чувство чистой преданности, потому что они пытались там и там и там что-то делать, и поэтому Бхагаван скрыто дает шанс Бхакти-йоге находиться в середине Гиты. Но в итоге, когда Бхагаван Шри Кришна, он дает наставление Арджуне, почему? И вот, сказав все, последнее заключение, Кришна говорит основы жизни преданности, но кто-то не понимает, запутывается. И вот последнее заключение всех йог в предыдущей жизни, в предыдущей главе. И вот я в итоге говорю «Савадаман паритяджа мамакам шаранам ваджа ахам там». И вот эта шлока, что не нужно сожалеть, я все сделаю. Ты должен оставить всю дарму и ты должен принять прибежище во мне. И вот Савадаван Паритеджа и Гукарна то же самое говорит, что это обычная дарма. Мы должны показать наивысшую цель. Если кто-то привлечется, то они могут прийти и присоединиться. Бхагавад-дхарма, она открыта для всех. Кто-то, если живет в Испании, это не значит, что у него нет шанса. Для всех и каждого это атма-дхарма, это дхарма-атма, дхарма души. И все, что Кришна сказал, то же самое. Практически Гокарна сделана. Это основа жизни в преданности. Если у нас нет смирения, мы должны развить его и ждать до этого момента. Если во время дикши самопредание не стопроцентно. И вот когда что-то полностью предается во время дикши от великого саду Садгуру, то будьте уверены, то Кришна в такой момент дает такому человеку особую силу. И вот Кришна может сделать его тело трансцендентным и дать шанс. И Гокарна также говорит такой же совет Атмадеву, такое же наставление. Ты должен оставить все обычные дармы, ты занят с ними, я знаю. И под именем Санатана Дармы многие обмануты. Они не знают основу Санатана Дармы, Санатана Дарма. Оно указывает на Бхагавад-дхарму, но многие запутаны. И вот Шанкарачарья также может сказать, что мы следуем ведам, но Махапрабху говорит, будьте осторожны, они майавади.
Они более опасны, чем какие-то буддисты, поскольку те водят открыто буддисты, а эти говорят, что следуют ведам, что плохого тут, но... И вот Махапрабху говорит... То есть некоторые люди только впереди себя веды держат, признают, что они следуют, но сами не понимают. Но буддисты лучше в этом случае, по крайней мере, не имитируют, что они последователи вед. Веды — это, точнее, это майвада, она, буддизм — это безличное все, и поэтому можно сразу видеть и много мисконцепций, и есть всяких неправильных представлений. Арджа Самадж, они панчо-пасаки требуют. Следует, но Шрила Шанта Госвами Махарадж говорит, мы не должны позволять им входить в наше сердце, входить к нам. Если у вас есть сила, вы должны организовать харикатху, помочь людям как-то обрести какое-то благо, и те, кто приходят с различных так называемых социальных дарм. Ну, Махарадж говорит, что мы должны очень осторожны быть, следовать всем правилам и предписаниям, поскольку потерять бхакти очень просто. А почему? Это другой вопрос. То есть нужно много следовать всем правилам чистоты, следовать и прочим, чтобы сохранить свою бхакти. И вот мы должны оставить лока-дарму, какую-то обычную социальную дарму. И сейчас мой совет тебе, о отец. Севасья саду пурушам, саду пуруш. Этот... Саду значит вайшнав, и мы должны служить. Саду Пурушам в множественном числе это слово используется. Вы должны избавиться от кама тришны, от желания от вожделений, различных видов вожделения, желания материальных вещей в вашем, вашем уме. И таким образом... Мы должны избавиться от склонности к наслаждению и желания наслаждений. Когда вы встретитесь к саду, тогда вы сможете избавиться от ваших анартх, но в Бхагаватам наоборот. Говорится сначала, когда вы встречаетесь в саду, все анартхи уходят, но это наоборот. Каково значение всего этого? Обычно действие кармы должно быть сначала, а потом последствия, в результате мы думаем, но в Бхагаватам наоборот написано сначала результат, а потом причина этого результата, что кто-то может избавиться от обусловленности тогда, когда обретет саду-сангу. Почему наоборот? Поскольку обычно процедура, как в санскритской грамматике, например, сначала мы должны сказать «карта», «карма», еще что-то. Кто такой этот делающий? Что мы делаем? Какие действия предпринимаем? Какова карма? Кто делает в какой ситуации, если я скажу, что плавание хорошо? Если спросить, ну, грамма, как раз в грамматике пример приводит, что некоторые вещи могут быть запутаны, но мне нужно подумать, и тогда определим, что где. Мы общаемся с Гуру Вайшнавами, у нас должно... Сила самосознания увеличивается, и вот какие-то преданные говорят, мы пытаемся, но кто-то может лет 15 пытаться и не принять наставление.
И вот кто-то пытается, очень пытается, и если вы пытаетесь... И вот кто-то совершает служение, я не могу отказаться от них, я дарую место в моем сердце. As it is my condition, maybe it is bad or good. Whatever you take decision, you can sleep. And whatever decision you like to take, but I cannot leave. I love them so much, I cannot throw them. Okay, they are doing anyway. They are trying. So anyway, you are getting some privilege to follow Guru Vaishnava. И вот у нас есть возможность следовать Гуру Вайшнавам. You have to give service, sevasya. Sevasya sadhu purusham. Мы должны служить чистым Гуру Вайшнавам. Если вы служите Гуру Вайшнавам, то их Бхава, она может явиться в вашем сердце, несомненно. Вы можете избавиться от вашей обусловленности, поскольку те чистые саду, если что-то сделаете для них, то вы получите великий результат. Для многих он непостижим, неоценим. И вот севасья саду Пурушам Джоди Кама Тришнам, вы должны избавиться. Вот Бхакти Расамрита Синдху, такая процедура описывается постепенно. Адоу Гуру Падаштрой. И вот сейчас, смотрите, вы должны избавиться от ваших посторонних желаний, материальных желаний. И вот в этой шлоке Брахма также говорит, что мы должны предаться смиренно, развить смирение, и после этого мы получим должный результат. И чем больше сатсанги мы обретаем, тем больше обретем могущество избавиться от майи, и никакая майя к нам в качестве препятствия не сможет прийти, это невозможно. И вот постепенно мы можем возвышаться, но моя просьба не прыгайте через какие-то уровни. Нужно постепенно развиваться, и я не могу так, вот когда мы получаем милость чистых Гуру Вайшнавов, это редкость. В этом случае не всегда нужно начинать сначала, но для обычных людей в обычном случае нельзя перепрыгивать через какие-то уровни. Они должны следовать тем процедурам, которые описаны в Гите в Упанишадах. Они должны следовать этому и в шастрах. Иногда веды тоже запутаны. Я могу в дальнейшем говорить об этом. И как же понять, почему Махапрабху хотел, явил такую лилу слушания о Гупи Преме, о Рада Преме в конце, когда он дал вдохновение Рай Рамананде начать сначала. Почему? Завтра я буду говорить об этом, и тогда вы поймете. Эта шлока, с которой я начал, она очень важна. Мы должны помнить ее, и не только это, также мы должны запомнить эту шлоку и повторять. Кьянте часа кармани, дишнева атманишваре. When you can take the scope to see the lotus, когда у нас будет возможность увидеть лотосные стопы Верховного Господа, все сомнения они уйдут. Кьянте часа кармани, all your karma fall, and you know result of your karma, all you can cut. Все плоды нашей кармы, они также сожгутся, и тогда мы сможем прийти к
чистым гуру вайшнавам и начать чистую преданность без какой-либо причины. И мы должны помнить эту шлоку и не забывать то, что Бхагавад-дхарма – это наивысшая дхарма, и все Гита, Упанишады, Веды, Бхагаватам – это все Расамой. Они для того, чтобы вести нас должным образом. И все, что описывается там, это для того, чтобы избавить нас от всяких подозрений и сомнений и утвердить нас на пути чистой преданности. Завтра буду говорить об этом. И вот пытайтесь вспомнить эту слоку всегда. Дриштане ватна ишвари савай пунсам паро дхармо ято бхакти радхак шаже ахитуки апратихата джаятма су прасидати ванча калпа дурвасики басинда бхавиша патитананг бхавана бхавишна бьо намуна.